На мой взгляд, на взгляд старшего товарища, нет в полиции ни основных служб. Проект «Класс будущих полицейских» осуществляется с 2013 года на базе Щелковского центра творческого развития и гуманитарного образования «Романтик». Класс окончили множество юношей и девушек, некоторые на данный момент обучаются в Московском университете МВД России имени Кикотя, Академии ФСБ, колледжах полиции и прочих учебных заведениях юридической направленности. В классе будущих полицейских проводятся круглые столы с участием сотрудников уголовного розыска, участковых полиции, патрульно-постовой службы, следствия, криминалистики и кинологов. Очередной такой стол прошел в минувшие выходные. На нем ребятам рассказали о тонкостях профессии. Для чего это по большому счету нужно? Чтобы дети знали, кто их защищает и на будущее, какую профессию они себе будут избирать. Потому что, по большому счету, у нас сегодня уже будут присутствовать выпускники первого года, которые уже стали офицерами. Сами выпускники профильных учебных заведений, которые только начали профессиональный путь, признаются, что довольны своим выбором. Так, например, Алина работает с несовершеннолетними, проводит с ними профилактические беседы и искренне верит в то, что ее служба принесет кому-то пользу. Алина является представительницей первого выпуска класса будущих полицейских. Дети разные. Помогать хочется, но не все хотят принимать данную помощь. Но мы стараемся максимально помочь данным детям, помочь родителям, чтобы дети росли правильно, чтобы они не совершали преступлений. Стоит отметить, что в 2018 году проект «Класс будущих полицейских» стал лауреатом премии «Наше Подмосковье», а в 2020-м педагоги класса будущих полицейских были награждены благодарственным письмом Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области за большой вклад в патриотическое воспитание молодежи. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.